Представители администрации Люберец встретились с председателями уличных комитетов и сельскими старостами поселков. Обсудили актуальные проблемы, с которыми сталкиваются жители. Подробнее расскажем в следующем сюжете. Юрий Федюкин представляет поселок Красково. Посетил собрание, чтобы улучшить территориальные условия. На улице Вокзальной строят новую лестницу для подъема к железнодорожной станции. Но не учли полную проходимость жителей в этом месте. Очень много претензий у людей. Почему? Потому что лесенка получается, ну, во-первых, узкая. Вот, идти неудобно. Вот. И поэтому вопрос очень актуален. В Красково постоянно увеличивается количество населения. Итог моментальный. Мы сегодня же, вот буквально через 30 минут, выезжаем на место, смотрим объект, вот, смотрим, какие недостатки, и будем принимать какие-то решения. Среди наиболее острых вопросов – опиловка и вырубка деревьев, состояние подземных переходов и обработка улиц в гололед. Лариса Варламова, представитель поселка Малаховка, обсуждала вопросы с администрацией по очистке и обработке улиц. Сказали, что возьмут на заметку. Я обещала подойти показать на плане, где эти улицы конкретно, чтобы взяли себе на заметку службы. И, ну, обещали, что все будет сделано. Будем смотреть. Сейчас снег будет выпадать, и будем смотреть, как все это будет убираться. На сегодня в Люберцах создано 45 уличкомов, осуществляют деятельность 13 старост. Они охватывают населенные пункты с численностью более 16 тысяч человек. Участники встречи попросили уделить внимание вопросам водоснабжения, канализации и проблемам жилищно-коммунального сектора. Все вопросы приняты в работу. Анастасия Кладинова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.